Акселератор «Путь к успеху» проводится в Сарове с 2019 года. Принять в нем участие могут практически все желающие, как действующие предприниматели, так и те, кто только задумывается об открытии своего бизнеса. Главное – иметь какую-то бизнес-идею, коммерческий проект, который несет благо для нашего города. Первая сессия, установочная сессия акселератора стартует у нас 31 октября. У нас приезжает руководство Центра инноваций социальной сферы. Надо сказать, что акселератор проводится в партнерстве с Ассоциацией промышленников и предпринимателей и Центром инноваций социальной сферы при поддержке Министерства промышленности Нижегородской области. Ежегодно акселератор вызывает большой интерес у предпринимательского сообщества. Образовательная программа включает в себя серию практических тренингов и семинаров по вопросам предпринимательской деятельности, маркетингу и продвижению, разработке бизнес-плана и презентации, искусству выступления. В этом году мы вводим еще один блок, который не был ранее в акселераторе. Это генерация бизнес-идеи. Это способ выбрать идею, которая является наиболее жизнеспособной. Может быть, и не одну идею. И много-много других направлений. И, конечно же, в рамках акселератора мы всегда упаковываем бизнес-модель. Авторы лучших идей получат гранты до 150 тысяч рублей. Финансирует их РФЭЦ ВНИЭФ. Акселератор «Путь к успеху» стартует 31 октября. Защита проектов запланирована на 29 ноября. Имена победителей участники узнают 1 декабря в рамках форума «Добрый бизнес» в Нижнем Новгороде. Подробности и запись по телефонам 99264, 99263 и на сайте ЦПП. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.